Здравствуйте всем, меня зовут Оксана. Я никогда ничего не снимала, каналы, но сейчас я хочу поделиться тем, что очень долго выстрадано, а то, о чем мы так долго мечтали. Вы просто посмотрите, какое здесь замечательное место. Это будущее наша эко-деревня, эко-ферма. У нас крестьянско-фермерское хозяйство. И на этой территории мы будем развиваться дальше. Сейчас, можно сказать, начало положено. Вбиты белые первые столбики для ограждения для птицы. Вот у меня муж с детьми сейчас это делают. Я буду помаленько все это снимать, показывать, как мы будем продвигаться. Конечно, это сложно. Но ничего, как говорят, мечты осуществляются. Поэтому маленькими шагами мы здесь все сделаем. Восстановим дом, приведем все в порядок. Я всегда говорю, я знаю, где я встречу старость. Я хотела бы ее встретить здесь.